пропеллер. На арене цирка я видел аппарат, который фантастическим образом надувает воздушные шары. Это так замечательно! Кажется, в нашей гостиничной комнате должна быть лестница. Я сам видел, как Фокус-Мокус укладывал ее в шкаф. Ключ от нашей комнаты тебе даст директор гостиницы Дурила. Повезло с имечком, да? Бомбина, поверь, это недоразумение. Я ни в чем не виноват. Охраняй фургон и дождись Фунтика. Вместе вы что-нибудь придумаете. Уф, я вымок до костей. Теперь не буду купаться целый год. И никто меня не заставит. А моя любимая гиря у вас? Настоящий преступник? А этот какой? Не настоящий, что ли? Хотя было бы хорошо, если бы нашлись украденные вещи. Тогда уважаемая госпожа Беладонна наверняка наградила бы меня. Здравствуйте! Поздравляю! Вы стали постояльцем самой дорогой гостиницы города! Наш девиз – минимальные услуги за максимальные деньги! Фунтик, ты чего здесь? Нет-нет, сейчас говорить не могу. Звонила госпожа Беладонна. С минуты на минуту будет здесь для конфиденциального разговора. Как же мне не помнить тебя, мой дорогой Фунтик. Дороже тебя у меня никого не было. Мне так дорого обошелся твой побег. Что за наглые поросята пошли? Кто ты такой, чтобы мне, гениальному сыщику Доберу, помогать? Иди отсюда по-добру, по-здорову. Моя стихия — великое искусство. Я хочу творить для потомков, для вечности. А вместо этого выслушаю претензии стареющих дамочек. Почему, видите ли, она выглядит на фотографии недостаточно молодо? Тетя, а я тут при чем? Дурак я, дурак. Мотор задымился, я к реке за водой. Наклонился, а ключи из кармана фьють прямо в реку. Теперь как идиот ловлю их магнитом на веревочке. Видишь ли, достопочтенный Фунтик, для того, чтобы заработали эти аттракционы, нужен ветер. Ветер! Произвольное перемещение воздушных масс. Я боюсь ее. Она живет в большой многоэтажной конуре и все время считает монетки, которые не пахнут ни мясом, ни рыбой. Что она в них находит?